Так, бабушка что-то посадила здесь, вот возле калины. Тут у меня два бугорка. Как их назвать-то? Грядка из травы. Вот такую вот скошенную траву ношу. Так, против света не видно. Вот здесь вот просто компостная яма. Осенью сюда всю скошенную траву, опавшую листву и карбамидом пересыпала. Не знаю зачем, но кто-то посоветовал, что надо карбамидом всю вот эту вот компостную яму засыпать, чтобы там зараза не развивалась. Ну, там за зиму еще не все перегнило, перепрело, потому что все-таки нужно добавлять все эти ускорители компостирования. Вот, а здесь вот такая низина идет, все это к речке спускается. И вот тут я носила, носила, носила. Ну, как скашиваем, бросаем сюда. И вот уже сформировалась опять кучка. Бабушка что-то там воткнула, небось какие-нибудь кабачки или тыкву. А вот здесь вот я закопала такой шикарный кабачок. Кто-то его, мышь, наверное, вот этот зверь, который у нас водится под землей, который строит вот эти норы размером с кулак. Вот он, наверное, сожрал, вот только семечки наверху остались. Но это место еще заливало, когда речка залилась после дождя. Так, сейчас хочу калину посмотреть. Ой, калину брызгала перед распусканием почек. Перед тем, как почки распустились, я ее брызгала искрой. Ну вот, эта тля. Вот я не пойму, живая она или нет. Дело в том, что у нас, когда у нас вчера, позавчера я ее снова брызгала, развела фуфанон КЭ. Концентрат эмульсии и всю побрызгала. А после этого вечером пошел дождь сильный. Ну, вот вроде как она не очень активная. Ну, вот как без химии? Я не знаю, я пересмотрела все ролики в интернете. Вот, побрызгайте мылом, я не знаю, нашатырем, йодом, зеленкой. Ничего это все не помогает. Вот, единственная химия. Да, вот я побрызгала позавчера фуфанон. КЭ. Он бывает фуфанон нового в прошлом году. Да, вот они дохлые. И нету муравьев. А иначе все, иначе кирдык. Иначе сожрут вот этот огромный куст, огроменный. Я его уже несколько раз спиливала, он все равно отрастает. Потому что калина любит воду. Ой, цветет калина в поле у ручья. Вот у нас вот эта речка. А вот там наверху, куда я не достала, вот там трындец. Сейчас полезу, а я не достану. Сейчас вот покажу, что. Вот я брызгала и не достала сюда. И вот оно тут все. Я не вижу, я снимаю или нет. Потому что солнце яркое. Попадаю. Где у меня камера? Камера. Ага, значит, попадаю. Вот оно. Вон они черные сидят. И все в этой слизи. Фу. И все в этой слизи. И вот будет, если не побрызгать химией, они сожрут весь куст. Вот это будет все вот так. Поэтому все это сказки про эти эко-методы. Я, по-моему, в позапрошлом году ходила, каждый листик мыла растворами всевозможными соды. Ну вот она гадость. Надо это, конечно, все вот это обламывать. Сейчас руки освобожу. Приду и буду. Хотя они вот... Не пойму, я живая, она нет. Как будто они не особо-то шевелятся. То есть активность некоторая, конечно, у них поубавилась. Вот там вверх, тут вот вверх, где я не доставала, там все скрутилось. Там, ага, осыпаются потихонечку. Но все равно надо это все
пообрубать, пообрезать, сжечь и нафиг. Вот там, где достала, вот она начинает развиваться, эта веточка. Вот там, где побрызгала, где ее не успели начать жрать. То есть одной ранневесенней обработки для калины вообще недостаточно. Причем я ее брызгала и осенью. Я осенью вообще все вот эти вот растения, которые гнездующие, где гнездующие вот этих вот вредителей, я их брызгала, и смородину брызгала. То есть очень долго как-то не было у нас таких проблем. Все как-то само собой росло и колосилось. Ну вот, видимо, то ли сорта вырождаются, то ли, конечно, я навредила вот этой вот дамбой. У меня же вот там вместо забора, вот туда прям до самой калитки, у меня здесь я несколько лет подряд строила хольцеровую гряду. Ну и как, сносила туда палки. Понятно, что технология хольцеровой гряды, она другая. Сейчас пойду, буду рассказывать и буду смотреть, что у меня тут. Итак, смородинка, вот я ее тут замульчировала. Это осенью я их вот веточки эти посадила. Два маленьких кустика. Живенькие. Вот эта смородина, которую заливало. Но я вокруг нее хожу уже несколько лет. И весной обрезала. Они были большие, эти кусты. Обрезала. Ну, то, что там бардак на заднем фоне, это я туда складываю мусор, буду потом землей засыпать. Но надо не просто землей, надо какую-то отраву сыпать. Может быть, известь. Ну, не отраву, а что-то такое сыпать какую-то. Так себе кустики, скажем. Хотя вот прирост. Вот этот вот прирост, он буквально за последние два дня. Вот дождь прошел, тепло. Когда у нас тут было тепло? Дня 2-3 назад. Все живое отзывается на тепло и на полив. Вот они. Вот они, эти веточки. Прям прирост хороший. Конечно, подкармливаю всем подряд. И органикой, и мульчирую, и картофельные эти самые очистки носила. И фитоспорином. А, кстати, может, это на фитоспорин такая реакция? Что оно прям опа, и прирост дает. Тут был большой куст, и что-то заболел. Я в прошлом году весь под корень срезала. Но смородину я обрабатывала вот эту... Так, тоже какой-то химией. А, ну искрой. Вот еще до распускания почек. Кипятком не успела. Люди говорят, поливайте кипятком, поливайте кипятком. Но вот кипятком еще... У меня кипятком не получается, потому что здесь снега по колено. И мне здесь, в общем... Не очень удобно это все дело кипятить. Нет у нас тут пока условий. Не повезу же я с собой кипяток. Он и остынет, пока его привезу. Вот. Ну, в общем, по поводу хольцеровой гряды. Конечно, ее надо строить, не нарушая технологию. Так, здесь, вот, наверное, будем сажать еще что-то. Картошку, скорее всего. Не знаю, что бабушка скомандует. У нас есть... Главный агроном. Ну, в прошлом году картошка здесь росла. На зиму перекопали. Уже вот после дождей. Вот здесь я уже косила. Здесь вот косила, вот она. Райграсс прет, одуванчики прут. Одуванчики вообще выкашивала, не было ни одного. Они все равно растут. Так, сейчас малину еще посмотрю. Малина в этом году. Вот у меня тут малинник, который малину вообще не рожает. Я... Его каждый год вокруг него хожу. Кормлю, окучиваю. Пропалываю. Тут вокруг прополола, вот немножко замульчировала. И даже обрабатывала этим фуфаноном. Потому что его тоже на малине всякая гадость размножается только так. Надо сейчас вот эту середину выпалывать. А тут мята, вот она, я уже... Вот она, ее тут много. Я ее уже частично посрывала на чай. Она вкусная, вот она очень хорошо пахнет. Вот эта вот нежная такая. Она какая-то голубоватая. И туда надо влезать и аккуратненько. То есть вот как полоть.
что стоит, стоит, ничего не растет, а потом бах, как вот пару теплых дней, оно все вух, не приехал раз, и все. Кирдык. Так вот, по поводу хульцеровой гряды. Вот опять же, у меня вот это вот все никак не дорасскажу. Вот это вот эта длинная грядка, которую я сейчас из мусора делаю. Там бабушка уже откинула каких-то шкурок. Вот, и травой все это засыпаю. Я ее уже заливала несколько раз с этим усилителем компостирования разных каких-то производителей. Брала Валеро. Так, вот у нас тут. И вот оно быстро начинает, все эти обгрызки, объедки, трава, оно быстро начинает перекомпостироваться. Вот это вот вылупилось нечто. Я думала, что это какое-то полезное растение, а это, скорее всего, бешеный огурец. И он вылупился так прям в одной кучке, видимо. Видимо, там семечко упало. Вот, значит, опять все-таки про хульцеровую гряду. Вот здесь вот у меня где забор, тут была, ой, лет 5, наверное, я ее строила, а я ее носила, она уже была высокая, почти с забор. Ну, с ползабора точно высотой. Палки, бревна, ветки, траву скошенную и, в общем, там, видимо, рассадник первоначальный сформировался всякой гадости. Ну, с этой стороны, ладно, я забором, а тут-то мне внизу никак не это... Никак я забор не поставлю, потому что заливает вот аж куда. Вот уровень. В прошлом году разливалась речка. Вот она. То есть она, причем, по-моему, раза два даже. То есть было вот так и вот так. Вот так, то есть вот я... А вот я стою, вот моя нога. То есть, ну вот. То есть почти по колен. Это полугорода фактически заливает. То есть вот это заливной лук... И тут, что бы то ни было, там от речки какой-то забор ставить, ну, смысла нет. Вот эти кусты, они вообще растут в таком в экстремальном месте. Ну, то есть это надо по-хорошему загонять трактор, вкладывать не знаю какое количество денег, чтобы вот сюда здесь нормальную дамбу насыпать. Вот. И что? Что это даст, не знаю. Вот, а вот тут вот, что-то бабушка посадила какое-то, наверное, подсолнухи. Так, а мне надо 28 мая все-таки попытаться посеять амарант. Я в прошлом году вот в этом самом месте под дамбой. Тут вообще красота, тепло. Солнце сейчас с юга. И от этих железяк вот тепло отражается. Тут прям совсем суперский микроклимат. И я посеяла тут амарант, такая довольная. Думаю, ну все, у меня тут зацветет. Осенью хлеб амарантовый будем печь. Такая уже размечталась. И речка как разлилась. И все это смыло. И одно зернышко, видимо, унесло. И там за забором он... Там за забором он зацепился и зацвел. Но потом сломался под своим весом. И красненький уже не досформировались. Эти красные были ветки красивые. Так, ну вот она тля сидит. Жуткая жуть. Это жуткое зрелище. Пойду секатор возьму, сейчас пообрезаю. Жуть. Ну, похоже, она все-таки активность потеряла. Иначе бы за вот вчера меня не было здесь. Позавчера я во второй половине дня вот это вот обрабатывала. И ночью дождь пошел. Вчера я нихуя не приходила. Иначе бы сегодня, если бы не обработка, уже бы не было ничего. То есть стояли бы голые палки. Это вот уже проверено, стопроцентная гарантия. Так что вот так.